птицы озверели. Дело вот в чем. Это для вас это тоже, к сожалению, не... Скорее всего, вы этого не знаете. Осан на глюкозе. Конечный продукт фотосинтеза и тело спирта. Скажется, конечно, мы знаем. Вот. А знаете, что такое птицы озверели? Я не видел, мне бы самому снять хотя бы телефоном бы этим. Вот. Нажрались они этих самых осенью моих же решет. Вот. Попадали и ходили пьяные по саду. Вот это была проба. Вот это да. Представляете? Помните, я вам жаловался, мне даже для вас даже не хватило косточек вишен, и даже кислых вишен, не говоря уже про улучшенные, те, которые видите, те вишни, которых не существует якобы на свете. Вкусная вишня есть, едим гостями. Значит, угощал у меня есть фотографии этого кандидата наук, значит, завлаба. Он 25 лет отслеживал мой сад, приводил молодых ученых, я их угощал, но, понимаете, этого мало оказалось. То есть укрупнил вишню в два раза, птиц кормлю этими вишнями, не совсем уж сладкие полностью, но едим горстями. Это из диких получилось. Только когда я в них внедрил эти самые гены черешни. Вот. А вы стоите на своем. А завтра вам придется от этого отказаться, ну, для начала помолчать, уже не говорить, что это чушь. А потом, глядишь, где-то и это, подружимся. Итак, роль этилового спирта не оценена, либо тщательно скрывается. Знаете почему? Потому что женщины, например, любят сладкое. Мужики тоже, но женщины чуть сильнее. Съела полкилограмма шоколадных конфет. Вот, и вот у меня в желудке выработается столько этилового спирта, сколько в стакане вина или водки. Точнее сказать не могу. Понимаете? Вот. А почему скрывается? А почему не оценена? Мы говорим про людей. А это а пьяные птицы. Дело в том, что этиловый спирт – это наркотик и стимул жизнедеятельности всего живого. Насекомых. Я вам потом фотографии. Божьи коровки, перезревшие эти, уже перезревшие сладкие груши едят. Значит, пчелы едят, осы едят, шмели едят, мыши едят, эти самые. И показывал, помните, Елена Александровна, давайте специально, вот они упали, огромные такие, 100-граммовые эти плоды, естественно, суперсладкие абрикосы, тех же королевских академиков. И я же показывал, и фильм есть, и эти, и фотографии есть, она разламывает. С виду целая упала, а там полсотни муравьев уже. Балдеют, никуда не убегают. Это надо видеть. Все живое, и птицы. А, наконец-то, ребята, я разговорился, но сегодня особый день. И ведь я это все равно из песни слов не выкинешь. Однажды я все-таки прочитал. Ну, попробуй сейчас найди где. Мне надоело быть одному. Я вот... Уже, помните, праздник, уже мужик, который сказал, что это, перекопанная почва, мертвая почва, это такая редкость. А другой, это, другой материал, знаете, что было написано? А там было написано, я до этого сам доходил, меня цитировать легко, значит, съедобные с высоким содержанием глюкозы, плоды появились раньше человека. Ну, а дальше вы помните, если на месте сейчас реплик, главный редактор, вспоминайте, дичь железо внесет. А там было так и сказано. Значит, все... Вот жалко, не могу вам показать, сколько мне в одиночку-то воевать-то. Там было написано, все плоды делятся на... предназначенные их роль для животных, а другие плоды предназначены для птиц. Ну, нетрудно догадаться, что вот эти вот для животных, а птицы тоже им же надо по зубам, чтобы были, вспоминаем. Вот. И они, выбирая наиболее вкусные, а значит, распространяя их семена, довели
растения до появления человека до идеального состояния. Вот. Ну что, опять же скажу, получается, что нас двое, а с ума сходят поодиночке. Вы представляете, какие перспективы, когда знаешь заранее, что, ага, ты видишь перед собой полукультурное растение. А дальше я еще показывать буду Мичурина, а там слово через запятую. Атавизм. Случилась беда. По самой роскошной деревья успели дать урожай. Потомство по принципу, а вот с этого дерева выросло, с этой семечка косточки сдохло, она сильно вкусная была. Уже тут другое, уже не до жиру, не до животных, а для того, чтобы только выжить. А вот это вот, которое меньше сахара, но зато такой же принцип, меньше сахара, морозостойкость выше. И вот оно выжило. Но вот это вот возможность вернуть, осталось вернуть опять сладость. Осталась. Она есть не только в тех, которые выжили, а те, которые погибли. И мы постепенно это возвращаем. Ну, кому-то может показаться неинтересно то, что я говорю. Я говорю, то, что наболело. Вот такое сегодня два этих случая, два праздника. Вот. И про то, про почву, и про естественную, назовем естественную эволюцию, пользу съедобных плодов.